Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим Шурика из Беларуси. И мысли его о бедном Юрике Макее. Испугался ли Шурик? Не испугался. Может, он еще и стал более сильнее, дух его. Сейчас посмотрим на картах Таро. Значит так, Шурик и бедный Юрик Макей. Мысли, эмоции, поступки. Так. Значит, так, смотрите. Раз, два, три, четыре. Это Шурик. Это бедный Юрик. Как, что он думает, да? Все равно же астрал все равно существует. И вот как бы он еще летает в его кабинете. И напоминает от себе, как ты мог меня бросить? Я же так хотел тебе помочь. Подумал бедный Юрик Макей о Шурике, летая у него в кабинете. Так, дальше смотрим. Мысли, эмоции, поступки к бедному Юрику Макею. Скрытые мысли, недоделанные дела бедного Юрика Макея. Так, раз, два, три, четыре. Теперь берем старшие арканы. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Так. Вот сидит Шурик у себя в кабинете и думает, блин, как он мог умереть? Даже меня не спросил, надо тебе умирать, не надо, подумал Шурик о бедном Юрике. Макей, что он думает сейчас? Ну, как бы астрально, да, сейчас мы посмотрим. Теперь мысли о бедном Юрике, эмоции, поступки. Это, будем так говорить, телепатический сеанс. С духом Макея. Вот. Раз, два, три, четыре. И недоделанные дела. Ну, начали. Спиритизм. Во, вспомнила. По картам Таро спиритизм. Так, раз, два, три, четыре. Вот он, Шурик. Он о нем скучает. Он думает. Он говорит, я бы с тобой сейчас поговорил в кабинете, сказал себе Шурик, думая, что он был хороший человек. Видите, тут энергия, значит, он о нем думает, и он бы хотел с ним поговорить. Это беседа, да? Так, теперь. Вот он, бедный Юрик. Бедный Юрик. Бедный Юрик. У него, видите, у него шар хрустальный, видите? Потом у него есть свой переход в тот мир. Видите, человек на этой стороне, и там его ждет шар. Значит, он должен уже куда-то катапультироваться и вылететь в какие-то свои субстанции. Энергия живая еще. Но, видите, он уже где-то там. Где-то там, далеко-далеко. Потом, слово потом, я, может, с тобой и встречусь, подумал Макей. Так, теперь мысли. Мысли очень тяжелые. А Шурик грузанулся. При этом он начеку. Смотрите, лед и воздух. Он скрипел воздух. Теперь, смотрите, зима близко. Ну, можно так сказать, потому что воздух и лед – это холодный воздух. Получается, он сгруппировался, Шурик, сжался. Ну, как бы вот такая вот у него субстанция. Роскошь, богатство и 13 аркан. А, я поняла, слушайте, тут по поводу денег.
У них какие-то дела недоделанные по поводу каких-то очень серьезных дел, где Шурик сильно грузанулся, и при этом он остался один, гол как сокол. Он, видите, он о нем скучает. И Шурик остался один, гол как сокол. Ну, получается, друга потерял. Ну, есть у меня деньги, сказал он, но я же остался один, сказал Шурик, подумав о Макее. Так, теперь недоделанные дела. Ну, на нем скучает. Сила. Вообще очень много дел у него, у Макея, где эти дела фактически уже подведены в итог. И все подготовлено в борьбе за интересы какие-то. Он был заинтересован, он потрудился, вложил силы. И эти силы, огонь, да, огонь и огонь, получается, взялась ситуация в оборот. В оборот. Так, теперь, что же из этого? Это деньги, смотрите, это деньги, деньги, деньги. Какие-то деньги. Я думаю, там какие-то дела денежные, очень важные. И Макей в курсе по поводу каких-то недозаконченных дел. И крупная сумма где-то находится. Где-то находятся деньги. Ну, они же вместе, ну, как бы работали. Коллеги, будем так говорить. Это деньги. А если он уже куда-то уйдет, то дела незаконченные у Макея. Вот так вот. Но он еще вернется в следующей жизни. Так что Шурик очень грузанулся. И видите, он стал еще, можно так сказать, как вкопанный. Вот он остановился и думает, нифига себе. Ну, сквернословить нельзя. Как он мог? Как он мог? Я же так ему доверял. Мы же вместе, дети и дети, наши дети вместе дружили, куда-то ездили. Ну, вот как бы родственное такое вот. Теперь. Ну, это все такое житейское, да? Ну, этот улетит. Этот не закончил дела по каким-то деньгам. Так, теперь. Испугался ли Шурик по поводу завершения дел бедного Юрика Макея? Так, раз, два, три, четыре. Страшно было. Страшно есть. И вот он испугался. Это страх, это эмоции мы возьмем. И обоснованный страх, необоснованный. Сейчас мы посмотрим на картах Таро. Ну, какие-то общие деньги, я так поняла. Так, подельники еще можно так сказать. Так, раз, два, три, четыре. Страх был у Шурика. Есть. И вот он, этот страх. Теперь страшно Шурику, не страшно. Сейчас посмотрим. Шурик, тебе страшно? А новости, которые пришла тебе про бедного Юрика. Маг, работа. Ну тут смотрите, страшно, да? Страшно за общую работу. Они вместе работали. У них общие дела. Вот. В борьбе за интересы. Работа с деньгами. Они какие-то деньги все-таки прокручивали. Это работа. Значит, он испугался, мы же слово спросили, испугался ли он то, что Макей превратился в бедного Юрика. Да. Теперь смотри, он испугался Шурик за работу. Теперь, если сейчас этот страх. Да, есть. Этот страх, получается, очень такой резкий, это стихия огонь и огонь, где есть у него переживания и общие дела по поводу прироста. Огонь и огонь, что-то они там нахимичили. Ну вот за это он и испугался.
Скорее всего, какие-то бумаги. Знаете, тут они же, будем так говорить, работают в основном с юридической точки зрения. Так, теперь работа. Работа. Вот теперь работа, была работа, есть работа и будет ли работа. Работы нету. Шурик остался один. Бедный Юрик, Юрик, возле Шурика. Смотрите, огонь, 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 земля, энергия. Тут уж, да, как бы, он же бедный Юрик. И бедный Юрик возле него кружляет. Кружляет, ну, летает. Так. Обоснованный страх, да. Смотрите, вот они, два Юрика. Вот один Юрик и второй. Обоснованный страх. Страх то, что Шурик тоже может превратиться в бедного Юрика. Два Юрика встретятся, смотрите. Ну, вот тут как бы встретятся, и вместе они выпьют рюмку с Лепсом на троих. Ну, я так вот. Так что Шурик действительно испугался. И он бы, видите, как бы хотел бы пойти своим путем, но Юрик его будет ждать. Юрик. В общем, два Юрика. Юрик с Юриком. Вот. Так что всему свое время. Вот так. В общем, вот такие карты. Значит, Шурик испугался. Надо же так, а? Какие карты печальные, да. И видите, тут деньги, какие-то деньги. Деньги прокручивали. Ну, на том свете там сочтутся. Вместе сядут за стол, там поговорят, обсудят. Как всегда, достанут коньячок. Вот, Наташка кофе поднесет, и они посидят, поговорят. В общем, вот такое видео у меня получилось. Ну, вот так вот. Ничто не вечно под луной. Так, теперь я возьму цыганский оракул. Что скажет в этот момент Шурик и бедный Юрик Макей по поводу объединения? Вот, два Юрика. Так. Два Юрика. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот Шурик сидит, скучает, думает, что вот дети были, вместе учились, а мы же дружили. И эта дружба вдруг замерзла. И он остался один. Один, один. Один плюс один. Совсем один. Вот Юрик. Юрик Макей. Тоже где-то там, на полустаночке, цветастом галстуке. Так, и вот они вместе. Встретятся ли они? И что же будет, что же будет? Так, вот он, Шурик, дом. Ну, смотрите, дом у него перевернутый. Ну, видите, дом сверху, да, перевернутый. Значит, в его жизни его дом перевернулся, да. Ну, будем так говорить. Это все с ног на голову. Он не ожидал, что его семейный очаг, ну, вот дети, да, видите, как бы оскудел, да, и двери открылись. Как же так? Куда ж я пойду? Подумал Шурик о себе. Так, бедный Юрик. Макей. Бабочка. Душа. Это, может, 17-й аркан, если так по картам Таро. А так, ревность, препятствие, да. Ну, он как бы где-то остановился и где-то там затаился. Тяжело ему. В общем, получается, он сейчас душа. Так, теперь встретятся ли они вдвоем? Недруг. Смотрите, чтобы встретиться с ним, он его воспринимает тем, что недруги вот встретятся, смотрите, тут трое танцуют,
и здесь трое танцуют. В этом плане веселиться нечему. Не друзья, не други. Получается, Макей недоволен тем, что Шуря что-то ему обидел, скорее всего. И дружить на том свете... Смотрите, как карты, да, вышли. И дружить на том свете... Солдаты. Два солдата встретятся. Они вместе с солдатами встретятся, которые ушли в тот мир. Но сейчас видите, какая обстановка. Значит, они пойдут следом вместе с солдатами. Два Юрика. В общем, вот так вот. Смотрите, ну тут целые это самое, гляньте, их сколько будет много. Не другие, все вместе соберутся там. Так что вот так вот. Слушайте, надо же так, а? И Юрики, и не Юрики, и солдаты там. В общем, все до кучи будут там. Встретимся все в аду, да, называется. В общем, вот такие карты вышли. Смотрите, и вообще, я, знаете, так не ожидала, что такие карты выйдут, да. Но все-таки Шурик тоже, видите, в опасности. Юрик его ждет. Вообще, надо же. Так вот, живи и удивляйся, да, над картами. Я их люблю. Карты вообще, как, считай, что как страница. Каждая страница друг за другом читается. Главное, правильно все, чтобы сошлось, как пазлы все. Пишите комментарии, что вы думаете. И, видимо, и солдаты их заберут к себе. Ну, там посидят. И не друзья. И не другие, и не друзья. Все. Всего доброго.